автобусы врезались друг в друга. Машины как на льду пытаются подняться на бытху. Вот такая гора. Ай-яй-яй, кошмар. Снимаю Витола. Мне тоже без разгона особо идти нельзя. Боже, господи, чтобы все жили. Ну, простой парень. Это жизнь в Сочи во время снега. Это у нас не Красная Поляна, это Хосинский район. Здесь снег бывает редко, но если есть, то обязательно кто-нибудь катает на сноубордике. Напротив Гагарина 38, на кругу сосна вот-вот порвет. Ну, вот такие баррикады мне удалось сделать из подручных средств. Это уже все висит. А вот это уже в натяжку. Ну, как я и говорил, дерево упало. Пришли мужики с пилой, отрезали. Вау! Ha 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 ha!